Даже две полные литровые кружки не каждый донесет от стойки бара до столика. А Оливер Штрумфель может донести целых 27. В воскресенье в баварском городе Абенсберг мужчина установил новый мировой рекорд, что потребовало многолетней подготовки не только на работе, но и в спортзале. Особенно здорово, что это произошло на пивном фестивале. Я работаю тут, в пивной палатке, последние 17 лет, так что я немало натренировался в ношении кружек. И все же моим лучшим результатом были 26 кружек, то есть больше 60 килограммов. На этом этапе просто нести кружки уже мало. Нужно поддерживать форму, ходить в тренажерный зал. Особенно зимой, когда пивные кружки носишь не так часто. При тренировках не обходилось без ошибок, разлитого напитка и битого стекла. Конечно же, бывало и так, что все кружки падали. 3 года назад у меня упали сразу 23 кружки. Вес каждого наполненного пивом сосуда около 2,3 килограмма. Чтобы установить рекорд, нужно было принести как можно больше кружек на расстояние 40 метров. Сопернику Штрумфелю удалось проделать путь лишь с 26 порциями пива.